Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Уничтожены 3 пункта управления, 22 опорных пункта формирования украинских националистов, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькая и Барвенково. Оперативно-тактическая армейская авиация Воздушно-космических сил России поражены 76 военных объектов Украины. Среди них 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровская и Гороховская, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Ракетными войсками в течение дня уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение 2 районам сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Букино, Топольская, Русские Тяжки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой Народной Республики, Наугольная Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты 3 украинские баллистические ракеты «Точка-У». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники.